Просто запрыгиваешь, да. Теперь попробуй вставить колено. Да. Стоишь, да? Вот сейчас встанешь. Нормально? Ну, элементы сложные, получались не так. Маш, а давай вот ты вот так вот залезешь, вот так вот встанешь, вот еще голову так сделаешь, Маш. Угу. Поехали. А я тебя за ботинок раскручиваю, ляг на животик. Вот. Наверное, все-таки эту ногу закидывай. Еще, оп, держись, держись на локтях, чтобы тебя не скручивало. Держи, руками. Все получилось. Это все элементы, как бы, если их тренируешь, не, ну вот эту поддержку на спине долго разбирали, просто не могли понять, как точно сделать, чтобы там замереть и не шевелиться. Так, а что ты? Ты колено-то садишь. Ты как сядь? Маша, да? Машка должна была стоять на коленом, у меня на спине. Я говорю, ну а мне было жалко, на Лехе-то что? Он говорит, ну не а когда моя на Лехе никогда не вставала, ногами по нему не ходила, я говорю, ну по мне ходи. Это мы все дело сосульками делаем. Здесь тебя все же взъерошено, да? А вот эти... Космос тоже, да? Ну, у меня не клон, не Нива, там такой странный, просто странный. Какой-то. Это у нас космос. Это у нас космос обзывается. Вот, ну, хорошо, да. Космос. Кто мы? Главное определение, мы странные люди. А, нет, мы странные существа. Вот. Существа, мы не люди. Воодушевленные, естественно, предметы. Из ледников из каких-то вышли. Из ледникового периода. Да, вышли. Да. Вот как раз у нас все. Чуть-чуть подзаморозились. Вышли. Подзаморозились на ледниковом, вот такие, скажем так, это такая абстрактная картина. Но когда люди смотрят на абстрактную картину, каждый видит в этой картине что-то свое. А конкретного названия, то есть как бы и определения нет. То есть вот смотрите на наш номер, наверное, как на абстрактную картину. Что увидите, то мы и катаем. Жизнь странных существ. Колоссальное удовольствие я испытал, катаясь с Таней. Прекрасный человек, прекрасная фигуристка. По поводу катания я вообще даже не хочу комментировать. То есть мягко, широко, красивые линии. То есть, ну, нету никаких даже вот, ну, замечаний конкретных. Нечего сказать на самом деле. Я думаю, что, ну, пусть не обижаются на меня другие все наши девочки, но с Таней мне было приятнее и удобнее кататься из всех. Вот, ручку, ножки вытягивай. Вертикально, да. Вот. И ручки в сторону. Да. Она не держится, я ее держу рукой. В смысле, не держится? Она держится, куда она денется? Жаль, Макс, что мы с тобой всего одну неделю катались. Поднимай, поднимай. Прогибайся, ноги назад. Вот, вот. Прогнись больше, как бы здесь, в животе. Не первый раз мне выходить на сцену в юбке, скажем так. Без мужских брюк. Да. Ну, блин, ну... Вообще надо, либо это какое-то барбекю, либо вот здесь. Ну, интересно было сегодня тебя одеть, как это все будет выглядеть. Сейчас пойду измажусь пылью, грязью, то есть, ну, увидите, здесь буду грязным. У меня очень красивое платье, но его пришлось попортить, так как Макс меня... Ну, в образ надо выходить. Стащил. Она мне пленец. Украл. Ну ничего, такую красоту ничем не испортишь. Ни платьем грязным, ничем, ни партнером. Говори, Максим, грязным. Говори, да. Говори, продолжай. Я буду слушать. Не, я тебе потом еще много чего скажу. Я после прошлого гуся так расстроилась. И мне... Взяла другого гуся? Нет, не взяла другого гуся. Ну, хотелось дать какой-то больше эмоций. Почему-то, да, с Максимом вот захотелось, да, дать эмоции. Мне, наверное, просто... Перевесила что-то она меня. Я волновалась как раз. Ну, разница в росте, конечно, все это. И вот габариты мои, ноги длинные, руки длинные. Вот здесь вот... Ну, есть некоторые осложнения. Но... Максим богатырь практически. Он меня так легко везде поднимал. Макс, смотри, знаешь, так... что я муравей? Ты знаешь, что такое муравей? Это насекомое, которое поднимает вес больше своего собственного веса. Единственное. У меня такой образ. Скользкий.
простое, то есть я девушка, которая... Там, легкое поведение. Наверное, какого-то вашего там поведения. Он подходит ко мне сначала, дает деньги. Я им выбираю, ну как бы не хочу. Потом он мне дает, я выпиваю, он мне еще дает больше денег. А? Деньги больше, больше. Больше давай мне денег! Вот деньги, больше! Здесь как бы идея о женской душе, о крике. Он отдает все, что у него есть. Это 10 тысяч долларов. Все отдает. О том, что женщина переживает. Таких очень много женщин, которые вот в жизни борются. Тань, ты в дебри залезла. Ну да, ладно. Выпутывайся. Короче. Выбирайся. Мы выбрали музыку из фильма «Мемуары гейши», но как бы идея для идеи нашего номера послужил фильм все-таки «Последний самурай». Хватит разговаривать. Игра окончена. Ну, все очень реалистично. Все мне очень нравится. С Наёми мы поставили хороший номер, я считаю. И наверх. Да, это возможно. И наверх. Но это точно возможно. Это сложно сесть вниз, на самом деле. Я думаю, ты сначала должен присесть, а потом я помогу тебе. Я тоже так думаю. Нет никаких проблем в исполнении элемент. Очень удобно, когда ты с Наёми, такое ощущение, что вот как поезд, вот едет по рельсам, то есть вот одна рельса, вторая рельса. Такое ощущение, что я еду по одной рельсе, а Наёми едет по другой рельсе. То есть никаких вот ни тени толка, ничего, то есть все очень мягенько, все очень мне удобно. Yes, 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 babe. Yes. And entrance. Отпусти. Yes, you go down. I think that in portraying geisha, я думаю, что для изображения гейши я должна быть более тихой, более спокойной. И я очень стараюсь быть такой. В течение всей программы я безумно в него влюблена, и я не хочу, чтобы он уходил. Но я пытаюсь остановить его тихо. Так что мне очень интересно показывать это зрителям. Это некий тест для моих актерских способностей. В какой-то момент она злится. Да, есть один такой момент. Короткий момент. Номер красивый, я, ну как бы он не такой, может быть, супер драматический, там нет такой прям таки обалденно мощной музыки, но она красивая, история красивая, номер. Тоже должен нравиться. Мы будем танцевать, получать удовольствие, но все равно чувство у нас на душе грустное, потому что проект заканчивается. Каким бы он тяжелым ни был, сколько бы травм мы в этом проекте не получили, мы старались принести людям счастье. Я думаю, у нас это получилось. И не хочется даже говорить, вот как бы прощаться с проектом. Хочется просто сказать до свидания и надеемся, что все-таки он опять будет, да. Творчески, мастерски! Ура! Спасибо вам большое, что нас смотрели. Смотрите нас дальше. Да, я присоединяюсь со словами благодарности Первому каналу и проекту за то, что мы все, мне кажется, вышли с каким-то новым опытом из него, попробовав себя и в парном катании, и... Во всяких отраслях. Во всяких отраслях. Дорогая Яна, если вдруг по субъективным причинам ты не выиграешь проект, то ты уж точно открытие этого проекта. Более того, ты, по-моему, открытие фигурного катания года здесь у нас, в России. Большое счастье, что я заканчиваю именно в своем амплуа, в танцевальном, с таким... Постараюсь не опозорить. С таким замечательным танцором, как Максим.
настоящая спортсменка на самом деле. Да умница вообще, работа потрясающая, очень хорошая. Ну, прекрасный спасибо, человек. Захвалил. Так что со мной потанцуем. Потанцуем. Зажигательную латину. Потанцуем. Би-2. Школа танцев. Школа танцев. Смотрите.